ребят, весна, весна, весна. Бог знает, что творится. Вольеры вычищаем. Но вот такие кучи снега. И между проходами нам очень нужна помощь, ребята. Очень-очень нужна помощь. Трактор приехал. Помогает нам тоже здесь выравнивать все, убирать половину. Ребят, вычистить это одно, а вот куда все это вывести? Потому что таять это будет целый год, вот эти куски со льдом. Нам осталось всего несколько рядов вычистить. Весна, ребята, грязно. Мусор тает, за зиму набросали. Сейчас все оттает, все будет хорошо. И опять будет чисто и красиво. Друзья, в приюте сос. В приюте реально сос. У нас нечем кормить животных. Я вас очень прошу. Я понимаю, что в стране происходит черт знает что. Но, пожалуйста, те, кто был с нами все эти годы, не уходите от нас. Поддержите нас, помогите нам пережить. Да, страшно, да, чудовищно все. Происходит черт знает что. Но, друзья, они живые, и они хотят есть. Неужели мы их своим равнодушием будем сейчас убивать? Вы поймите, пожалуйста, это же животные, которые ничего не могут получить за этой сеткой. Ничего. И их жизнь, ребята, полностью в наших руках. Я прошу вас, друзья, у нас нет корма. Я уже вставала перед вами на колени, ребята. Я готова встать еще раз. Только прошу вас, помогите, пожалуйста. Я прошу вас, помогите. Обстановка у нас страшная, ребята. Нам обещали колбасные обрезки. Вместо этого нам привезли вот эти кости. Что с ними делать, я не знаю. Если я закину их сейчас в вольер, у нас насмерть перегрызется пол приюта. И этого мне не хватит. Потому что сейчас будет страшная драка, если я эти кости кому-то дам. Собак второй день кормим хлебом, хлебной крошкой. У нас есть еще 4 мешка. Подрастающее поколение. 2 дня собаки уже питаются хлебной крошкой. Видите, миска пустая. Ну, они все в нее залезли. Красавец такой маленький, спокойный ребенок. Это подростки наши, малыши, малыши. Господи, как же больно смотреть на них, что они все такие хорошие собачки, а черненькие такие. Сидят в пустой миске. Корма нет. Сердце просто останавливается. Эй! Сидит в тазике, в котором должен лежать корм. А корма нету. Собаки питаются уже 2 дня хлебными крошками. Очень больно на все на это смотреть. Нет, сейчас покажу вам. Собаки 2 дня питаются хлебной крошкой. Вот она. Эй! Эй! Овчарочка такая красивая. Увидел, тележка поехала. Думал, корм везут. А нет, очень больно смотреть на это. Но надеемся, что наладится ситуация. Thank you.
Друзья, здравствуйте! С вами Лохматая Душа. Ребят, хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись и помогли. Мы собрали половину суммы на корм и смогли купить 5 тонн корма. Ребят, к сожалению, мы собрали всего 220 тысяч, а необходимо 390. Я прошу вас, родные мои, пожалуйста, помогите нам оплатить этот корм. Я очень вам благодарна за то, что в такое тяжелое время вы отзываетесь. И приют живет только благодаря вам. Спасибо, родные мои. Просто от всего сердца спасибо вам большое. С любовью к вам, Лохматая Душа. Друзья, корм перемешиваем с хлебной крошкой, потому что корма очень мало. И я обращаюсь ко всем, мои хорошие, пожалуйста, если можно, помогите, отзовитесь, пожалуйста. Наступает вечер, и приют затихает. Собаки накормлены благодаря вам, друзья. Спасибо. Мой самый-самый низкий поклон вам всем. Спасибо, друзья. Спасибо вам огромное. Просто до слез. Спасибо.